Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о киоске для сервиса и необычном напарнике. Ford и Panasonic решили облегчить жизнь тем, кто сдает машину на обслуживание. Они придумали киоск, в котором владелец выбирает нужные ему процедуры. Например, диагностику подвески или чистку кондиционера. Потом он вносит свои данные или сканирует водительское удостоверение. После этого заказу присуждается секретный пин-код, который знает только система и владелец. На следующем этапе водитель сообщает системе о дополнительных проблемах и кладет ключ в специальный лоток. Ключ исчезает, а владельцу приходит QR-код, с помощью которого он получит свое имущество назад. В этом же киоске можно получить ключи от подменного автомобиля. Предполагается, что киоск будет круглосуточным, что удобно для тех, кто спит днем. С подобными киосками был один забавный случай. На одной из парковок в крупном торговом центре действовала подобная штука. Владелец оставлял ключ, получал чек, и специальный человек забирал его машину. Прознав об этом, пара балбесов из окрестного колледжа решила поживиться. Вскрыв отверткой киоск, они набрали ключей и радостно пошли красть. Но радость их была недолгой. Сев в самую дорогую машину, они попали в поле зрения заместителя шерифа. Ему показалось странным, что два подростка едут на автомобиле мэра города. А вот одному жулику на Тайване повезло меньше. Он решил стащить небольшой грузовик, который, как ему казалось, перевозил что-то ценное. Увидев, что водитель замешкался, он прыгнул за руль и помчался подальше, чтобы рассмотреть украденное. По прошествии некоторого времени он заподозрил неладное. По его ноге что-то ползло. Оказалось, что у водителя грузовика был напарник в виде небольшого питона. Хладнокровный охранник не учуял запаха хозяина и решил вора немножко проучить. Ну как проучить? Скорее всего, он бы его задушил, как делает в дикой природе. Жулику ничего не оставалось, как с диким криком сдаться полиции. Питон возвращен владельцу. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».